27 мая 2014 винодарный куст Агат Донской, который посажен возле забора бетонного, возле металлической шпалеры с виноградом Изабелла. Не перепутать этот куст с другим Агатом Донским. Смотрим, что-то у нас листья тут. Непонятно, что это случилось с ним. Какие-то пожженные. Вот видим, на данный момент у нас три побега только. Раз, два, и вот этот третий. Так мы их три оставим. Я усы уберу. Пусть развивается дальше хорошо. Усы берут много энергии. Вот. Пусть развивается дальше. Посмотрим на его развитие со временем. Видео будем снимать постепенно. Посмотрим, как он дальше будет развиваться.